Пришел за покупкой, укрепи иммунитет. В Чапаевске продолжается вакцинация и ревакцинация от коронавирусной инфекции. Один из прививочных пунктов разместился в востребованном торговом центре города. Здесь ежедневно с 10 до 16 часов работают медики. В наличии у них 4 вида вакцины. Привиться можно быстро и комфортно, о чем говорят сами жители города. Очень хорошо. Не стоять в больницу, не ходить. Там, помимо того, что прививки делают, там еще и просто идут плановые эти жители. А здесь прям пришел, сделал и ушел. Очень хорошо. Молодцы. Процедура проходит, как в любой поликлинике. Заполнение анкеты, осмотр у врача, если нет противопоказаний, укол. Особенно важно прививаться людям в возрасте. Чтобы уберечься от тяжелого течения болезни и тяжелых осложнений, медики рекомендуют сделать прививку, а спустя полгода после первичной пройти повторную вакцинацию. Всех приглашаем на вакцинацию, тем более, что она показала свою достаточно высокую эффективность. Во время последней волны, которая сейчас уже активно идет на спад, в том числе и в связи с достижением нами неплохих, я считаю, показателей, у нас привито сейчас порядка 80% от плана. Также мы отмечаем достаточно легкое течение заболевания у тех людей, которые были вакцинированы той или иной, соответственно, вакциной. В Чапаевске продолжает работать также 4 стационарных пункта на базе поликлинических отделений, круглосуточный пункт вакцинации, мобильный в торговом центре и выездной пункт, который курсирует по городу. Светлана Кудрявцева, события.